уважаемые депутаты, добрый день, уважаемый спикер, добрый день, уважаемый народ Украины. Во время расследования сложных преступлений, которые были совершены во время режима Януковича, сложилась ситуация, что тех сроков, которые отведены следствием для проведения следственных действий, не хватает. Большинство высших чиновников режима Януковича уехало за границу или же заметало свои следы. Поэтому я разработал проекты закона, которые прошу поддержать, которые позволят, во-первых, продлить сроки следствия по определенным особо сложным делам, которые касаются преступлений, связанных с созданием злочинной организации президентом Януковичем и его окружением, а также разрешить продлить по такого рода делам продление содержания под стражей до 20 месяцев. Это связано с тем, что дела расследуются очень сложно, и под следствием находятся несколько сотрудников бывшего «Беркута», которые принимали участие в расстрелах людей на Институтской, и мы должны таким образом данный вопрос урегулировать. Я прошу эти законопроекты поддержать, после рассмотрения на комитете принять в полном.